Приветствую вас, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня, как видите, будем вскрывать очередную посылку из Китая. Посылка на тему «Помощник моделисту». Как видно, здесь написано LED Licht, то есть свет. Стоимость посылки $6. Откроем и посмотрим, что в посылочке. Похоже, на таможне вскрывалась посылка, потому что с одной стороны желтый скотч, с другой стороны прозрачный. Вот, как видите, в коробочке упакован. Вот такой фонарь. Как я еще раз сказал, помощник моделисту, так как каждый знает, что при моделизме надо беречь свои глаза. И вот заказал такой 10-ваттный прожектор. Довольно, где-то на посылке вес указан 480 грамм. Добротно сделан. Теперь только надо разобраться с проводами. Вот. Подключить его и проверить. Вот такая посылочка. Кого заинтересовал данный фонарь, можете перейти по ссылке и посмотреть цену. Там есть разные мощности. От мощности зависит и цена фонаря. Спасибо, кто смотрит мои работы и видео. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всех благ вам, друзья. Ну и вот работоспособность прожектора. Хорошо светит. Хорошее освещение. Надо будет еще заказать пару прожекторов, чтобы было хорошее освещение со всех сторон.